Сейчас супруги Лобода с двумя маленькими детьми ютятся в 17-метровой комнате коммуналки. А благодаря сертификату они смогут приобрести целую квартиру. Такая возможность предоставилась в рамках государственной программы «Жилище». С большой радостью и волнением, вот рука трясется, я вручаю вам вот этот сертификат. Ну, наверное, папе, да? Спасибо вам большое. А маме сейчас букет вручим. С декабря того года, 2019 года, мы занимались этим сбором документов и ездили постоянно. И уже у меня Руслан тоже говорил, да уже все, говорит, я уже больше не могу. Ну, ничего, мы добились своего все-таки. Да. Точно, ну будет отдельная спальня у родителей. Потому что живя в одной комнате, приходится спать всем вместе на одном большом диване. Воспользоваться сертификатом необходимо в течение 7 месяцев. За этот период семья должна выбрать квартиру и оформить все документы с банком. Сумму сертификата в размере чуть более 1 600 000 рублей супруги Лобода внесут в счет погашения ипотечного кредита. Хотели, конечно, трехкомнатную, ну а там как банк нам какую сумму, соответственно, одобрит кредит, от этого и будет зависеть уже. Да, хотелось бы в развилке. Участниками государственной программы «Жилище» могут стать семьи, попадающие под следующие критерии. Возраст обоих родителей не должен превышать 35 лет. Наличие постоянной регистрации на территории Московской области, признание семьи, нуждающейся в нехватке жилой площади, возможность супругов выплачивать ежемесячные платежи по ипотечному кредиту. Воспользоваться государственной программой могут и неполные семьи. Деньги, которые идут за сертификатом, ну, это еще не вся квартира. Но, во всяком случае, это больше ее часть. Я от всей души сегодня желаю вот молодой семье, чтобы они как можно скорее прошли этот путь и приобрели новую красивую квартиру. Замечательный совершенно городом, сегодня муниципалитетом, вот этот осваивается проект. И пусть впереди еще будет много-много таких счастливых дней. Улучшить жилищные условия с использованием социальной выплаты молодая семья может лишь единожды. Юлия Погосян, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.